В частности, в Якутии за прошедшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 53 гектара. Локализован один лесной пожар в Нерюнгринском районе с общей площадью 80 гектаров. Пожары действуют на территориях Ленского, Алекминского и Сунтарского улусов. В тушении огня задействовано около 100 десантников, пожарных и парашютистов, авиалесоохраны, работников пожарных химических станций и мобилизированных из числа местного населения. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 84 лесных пожара на общей площади более 4000 гектар. Надеемся, что к концу недели эти пожары будут ликвидированы. Значит, в сегодняшний день прогноз погоды очень сложный. Стоят, значит, очень жаркие дни. В некоторых районах, значит, температура должна достигать до 38 градусов. И, значит, выборочно в многих районах, особенно в юго-западных районах, значит, прогнозируется так называемые сухие грозы. Поэтому мы должны не допустить очагов возникновения очагов лесного пожара от населения, человеческого фактора, и просим, значит, население быть осторожными с огнем в лесах.